Она научит умножать дроби, находить неизвестное, строить графики функций. Точные науки – это конек Елены Якуповой. Вот уже 37 лет она работает учителем математики в школе села Никола Березовка. Однако в начале своей педагогической деятельности преподавала и физику в одной из городских школ. В правильности выбора профессии никогда не сомневалась. Елена Хамидуловна уверена, что учитель – это призвание. Нужно уметь учить, но и воспитывать, самое главное – воспитывать. Поэтому своим личным примером, своим старанием каждый из всех учителей старается достаточно сложный период и дистанционно, и очно научить наших замечательных детей быть добрыми, быть умными, потому что учитель, по большому счету, это строитель всего будущего в нашей замечательной стране. В этом году из-за сложившейся эпидемиологической ситуации День учителя в школе села Никола Березовка отмечают скромно. Тем не менее, ученики с самого утра спешат поздравить своих преподавателей. Елена Якупова – классный руководитель 11 класса. Параллельно готовит их к сдаче единого государственного экзамена и за 5 лет стала для 16 мальчишек и девчонок родным человеком. Елена Хамидуловна очень добрая, отзывчивая. Она у нас ведет математику уже с 5 класса и нам очень легко удается понимать математику. И мы рады, что Елена Хамидуловна является нашим классным руководителем и учителем математики. Всех учителей мы сегодня хотим поздравить с праздником с Днем Учителя, пожелать им терпения, здоровья, счастья, добрых учеников. За многолетний добросовестный труд Елена Якупова была награждена почетной грамотой Министерства просвещения Российской Федерации. В преддверии профессионального праздника нагрудного знака почетный работник воспитания и просвещения страны удостоен директор школы села Кариево Сергей Сайтиев. Грант на сумму 690 тысяч как молодой учитель получил Ильшат Гареев из села Куяново. А сертификат за победу в региональном конкурсе «Лучший учитель русских башкирских языков» Альбина Фарахова из Нового Каенлыка. В этот праздничный день желаю всем работникам системы образования дальнейших успехов на профессиональном поприще, крепкого здоровья, счастья, благополучия, вдохновения, радости и творчества. Пусть неиссякаемая энергия, оптимизм и умение реализовывать задуманное помогут решать самые сложные задачи, а все ваши устремления и инициативы, направленные на обучение и воспитание подрастающего поколения, воплотятся в жизнь. На сегодняшний день в образовательных организациях Краснокамского района трудится 279 педагогов. И профессиональный праздник, как всегда, встречают в кругу своих учеников. Анастасия Тимирбаева, Сергей Мешков, информационная программа «Время новостей».